Это действительно невероятная история о любви и вдохновении. Эти родители не остановились ни перед чем, они оставались и остаются самыми настоящими, любящими родителями и по сей день. Этому малышу недавно исполнилось 3 годика, хотя как он живет, никто не понимает. Что в нем необычного, подумайте вы. Поверьте, вы даже представить себе не можете, что такое бывает. Родители говорят, что их малыш медицинское чудо, ведь врачи после его рождения сказали, что он проживет от силы пару часов. Дело в том, что мальчик родился без большей части мозга. Это тяжелый внутриутробный порог развития, при котором полностью или частично отсутствует полушарие мозга. Его родители отказались от аборта, когда им после УЗИ сообщили об аномальном развитии плода. Сейчас его случай уже официально считается уникальным. Кто мы такие, чтобы решать? Нам даровали ребенка, нам дали шанс, и мы обязаны были учитывать голос малыша, сказал отец мальчика. После рождения мальчик весил всего 1,5 килограмма. Эмоции родителей хлестали через край. Вот что вспоминает его отец: я помню, как держал его на руках на 2-й день, как слушал врачей, которые сказали, что мой сын, вероятно, никогда не сможет ходить и говорить. Как сказали, что не будет слышать и видеть. «Мы сделали все, что в наших силах, чтобы сын поборолся за жизнь», – заявил отец. Именно это он и делал с самого своего рождения, сопротивлялся своей судьбе. И хотя в здоровье малыша имеются многочисленные проблемы, например, он страдает частыми эпилептическими припадками, родители надеются, что увидят еще много жизненных этапов своего сына. Если вам понравилось данное видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментариях ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.